сегодня хочу показать из интересного. Пришиваю погоны. Не просто пришить погоны. Вообще, всегда видела, по-разному пришивают погоны. Даже на машине пришивают, и руками пришивают. Как вообще правильно? Потому что существует стандарт, и это очень важно. Обязательно, когда приходит заказчик, все это я с ним оговариваю. Ну, потому что мы не можем знать какие-то такие, может быть, мелочи. А вот на самом деле существует до миллиметра стандарты, как это нужно сделать. Итак, погоны. Первое. Расположение погона очень важное. Середина плеча, вот шов плечевой, 1 сантиметр на спинку ровно должна находиться. То есть погон у нас лежит не по центру, вот так, а он немножко заходит на полочку. То есть 1 сантиметр всего лишь, он заходит на спинку. Остальное все идет на полочку. Середина пуговица. Ну, здесь понятно, середина плеча. И обязательно орел на пуговице должен быть прямо находиться. То есть вот, вот так. Далее, следующее, самое важное. Погон не должен прямо сильно выходить. Он должен быть вровень четко с окатом плеча. Вот так. Зафиксировали мы это все как-то. И пришиваем потайным стежком. Пришиваем первое, пришиваем пуговицу, потому что нам это сделать удобно. Вот так. Зафиксировали, где он должен быть. И пришиваем потайным стежком, очень-очень-очень мелким двойной ниткой. Очень мелким потайным стежком, так, чтобы не было видно ниток. Все. Желаю удачи!